Да. Ну и возвращаясь вот к 228-й статье про наркотики, да. Очень много людей осуждены у нас в стране. И большинство говорят, что им подбросили полицейские, когда пытались доказать. Может быть, пришло время внести некоторые поправки в ту часть статьи Уголовного кодекса, которая говорит как раз-таки об ответственности за хранение? Вот, у нас действительно за нарушение в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. И более того, от всего количества тюремного населения, так условно говоря, 26% сидельцев – это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, наркотических средств и препаратов, прекурсоров. Значит, нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. И поэтому, если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, значит, распространяет даже небольшие объемы, дозы небольшие, нужно нести за это ответственность. И никакой либерализации здесь быть не может. Другое дело, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и ради галок, чтобы людей в тюрьму не сажали, чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули. Кстати говоря, и генералы были за это уволены. И, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию. Значит, ну, и здесь, повторяю, самое главное – наладить контроль. Поэтому думаю, что я поговорю еще с Генпрокуратурой, с ФСБ, с Министерством внутренних дел, может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое отдельное направление, которое бы контролировала эту сферу деятельности. Ну и ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться.